Это Мария Белла Джеймисон, моя бабушка. А это мой дедушка. Камень, ножницы, бумага. Поживем у них недельку. Я скучаю. Здесь классно. Мне очень хотелось погостить у тебя. Давно я не видел вашу бабушку такой счастливой. Спать ложимся в 9:30. После этого запрещено покидать комнату. Спокойной ночи. И вам. Слышала? Бабушка! Что сейчас было? По-моему, с ней что-то не так. Бабушка в порядке. Они какие-то чудные. Я ждала этого звонка. Они немного странные. А почему она уставилась в колодец? Привет, дедушка! Дедушка! Мам, с бабушкой и дедом происходит что-то неладное. Они пожилые люди. Я его чистил. Что в том сарае? Бабушка, ты там? Дорогая, полезай-ка в духовку и протри ее изнутри. Стой, бабушка, нет! Визит.